Сейчас самый часто задаваемый вопрос, это же где наш Робик? А с кем был Робик? А почему Робик? А где же Робик? И вот наш Робик, да? Вот он! Привет, скажи, ребята! Я здесь, я никуда не пропадал, просто я не летал с папой, с мамой, потому что 7 часов разницы, 12 часов полета, смена климата и всего 10 дней. Я подумала, что мне это дело не подойдет. Я решила остаться с бабушкой в Москве. И слава богу, потому что, как вы знаете, Герман вместе с Аркашей там заболели, и не хватало мне там еще больного Робика. То есть это было бы вообще, наверное, атас. Поэтому я рада, что Робик с нами все-таки не поехал, но я безумно, конечно, по нему скучала. Так скучала, ты мой сладкий, да? Мне так нравится, он так сидит, такой прям бурочка, щечки сложил, такой прям весь... Муа! Да, такой хорошенький. Ну что вам рассказать? Нам совсем недавно исполнился годик. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday. Забавно, они очень сильно отличаются с Германом, прям очень сильно. Он умеет ходить, у него 5 зубов. У меня крутая болячка на лбу. Я летал и люблю летать, как на улице, так и в квартире. Но очень смешно растут волосы, 3 волосинки, которые мне не хочется пока стричь. У него смешные щеки. По режиму мы встаем в 9 утра, нет, вру, по 8, когда садик. Засыпает он в час дня до 3, мы перешли на один сон, наконец-то, потому что вот эти мухи по 30 минут утром, 1 час или 40 минут вечером, я решила все это убрать и оставить только один полноценный с часу до 3. Потом он уходит в ночь где-то в 9, это небо и земля относительно Германа, который засыпал всю жизнь и до сих пор очень плохо. Вот, он любит покушать, у него круглое лицо, Герман овальное. Он очень позитивный. Хохотушка. Любит летать головой. У нас есть куча синяков. Да? Все углы мы собираем. Очень любит следить за братом, все за ним повторять. Научился говорить наконец-то же пока-пока. Та-та-та, говори пока-пока. Ой, это ты сразу сказал? Да мы только начали, Робик. Он отлично оставался с бабушками, потому что бабушку видит часто. И, в принципе, кто спрашивал, не боюсь ли я, как я пережила разлуку. Я, безусловно, скучала, но Робик молодец. Он их видит часто, и поэтому совсем не переживает, так как родные люди. Конечно, сейчас его уже поймать очень сложно. Снять с ним что-то вообще тоже невозможно. Да? Я вам просто хочу его показать в кадре побольше, не то, что что-то о нем рассказать. Из любимых блюд у нас бананы. Да, бананы. Кашу. И что мы любим все? Раньше он, не помните, совсем не ел мясо, а теперь он ест мясо и не хочет есть ни овощи, ничего. Да? Я очень рада, что до сих пор мы едим творожок пустой, то есть он еще не забалованный сахаром. Но ему все время очень хочется что-нибудь своровать. Вот с Германом я такого не видела. Сейчас хочется очень сильно своровать со взрослого стола, не дай бог ты что-то мимо. Смотрите, я перепутала, типа ребенка с собакой. Хоп-хоп-хоп. Что-нибудь ты идешь ешь, и Герман так внимания не обращал. Робик прям жутко тянется и просит все попробовать, все попробовать. Вот такая у меня компания веселая, любит с собакой играть. Так что захотелось вам снять вот такое небольшое коротенькое видео, как и в прошлый раз, просто сказать, что я здесь, я вот он, просто я не полетел в жаркие страны, скажу, я еще маловат. Но, наверное, если, кстати, он полетел, мне бы все написали, зачем ты потащила так далеко ребенка, он же еще маленький. Как он справится? Зачем? Зачем? То есть всегда на всех есть какие-то люди и зрители. Но, да, Робик, просто хотим вам сказать привет и одновременно пока. Спасибо, что посмотрели. Кстати, кто не посмотрел наш влог с Ламиниканы, там очень красиво, я снимала с коптера, то есть там есть что посмотреть. Я вам рекомендую, оставлю даже ссылочку внизу, переходите, смотрите. Пока-пока-пока! Да, все, пока, ребят.